то есть. Нет, ну, как так... третья. И не хэпал... пустишь, если вагоном. Ну, хэпал, смотри, у него 243. Но это из-за того, что моноскрипт 200. Этого уже, в принципе, достаточно, чтобы хилить обычку. Вот трава мурава, ты в Дисе? Ёбаный свет, блядь. Ты в Дисе, нет? Мне нравится, что начало с суки, то есть, ну, успеть должен. Понять. Что происходит? Пиздец, очко горит с такой хуйней. Локус. Нажмите кто-то локус за меня. Я не понимаю вообще людей мотивацию. Если у тебя нужен шмот с этих инстов, ты идешь сюда. У тебя, блядь, КД, блядь. Есть у тебя персы или нет, я не ебу, блядь. Я пишу, блядь, когда собираю рейд, дискорд, блядь. Не просто так, чтобы, блядь, пидорасом какого-то, блядь, паладина, который тени на лане не выносит, назвать, блядь. А для того, чтобы... Блять, вы мне сказали, ой, там у меня, блядь, два этих инста КД, блядь, я зайду на другую. Каждая КД так бомбит, ребят. Сука. Каждая КД он так бомбит. Да это не это, это всегда так будет, блин, воет. Тут уж, блин, ничего не застраховано. А как Вайда бомбила с Алисы? А это вообще очко какое-то. Это еще лайтовый вариант. Ой, шипешник. Он мне пишет, давай триню пароли, у меня КД хули. Типа, блядь. Беру специально же на 4 инста людей. Значит, по трине. Трава, мурава, ты диси. Что-то плюс они вреют. Так, трава, слышишь что-нибудь? Да, слышу. Вот, отлично. У тебя второй персонаж есть, чтобы Google Magic пойти, да? Ретрик либо ШП. Ну, кем хочешь пойдешь, это самое. Ты сейчас где находишься? Подлетай к Гурлю, отдам эту триню. Сейчас у тебя суммонем там. Только сейчас паролем ее сначала. Может, она еще кому-то нужна. Рольте хилы. Так, я выйду с инста пока. Пойдемте одно тело к камню. Так, значит, ты выиграл. Мы уже суммонимся в сам рейд. Да, мы сейчас какую-нибудь триню дадим. У него КД, наверное. Вот, и заходи на кого-то. Это самое, вкладочку О, общение нажмешь, там напишешь 4 буквы английский Void. Идешь до кашника моего и плюсанешь, кем пойдешь. И это, если не на 4 инста идешь, предупреждай, потому что я собирал на 4 инста. Ну все, сейчас на ШП или на Пала зайду. Так, вот тебе триня. Так, ты говорил плащ еще, да? Да. Вот этот плащ, да? Надо кому-то? Плащ. Да, надо. Забирай, давай, заходи. Это была драка бомжей? Да.
Ну, все, Луцин все зарешал. Кто сказал драка бомжей? Я думал, драка Малфой. А как вы думаете, Малфой или Малфой играли? А тыкните, блядь, на шкаф кто-то, кто тут стоит. Заходите в инстаграм. Зузик Слакер. Не знаю, зачем я это сказала, но там Кимыч пишет. Поля, ты не слукавила. Неважно, к чему это было, но это правда. Так, ну тут два топовых танка. А куда его? А, вот, точно забыл. Так. Чё ты там, трава, заходишь? Зашёл? Да, захожу. Поставьте ещё тут шкаф один. Танки там разберутся, кто где. Нашёл, как плюсануть-то? Кому ещё каску сразу скажите? Джонни, атаману. Богом обновить можно, 4 минуты. И по хантам тоже можно. Ну, как раз он паладин сейчас еще что-то бафать будет. Давайте я прото буду давать, а? Не, что-то не хватает, короче, наше молоко пишем сразу. Он вам бафнет, все. Все, чек на пул сразу. И лапку еще разок. Да, я всех бафаю сейчас, секунду проверяю. Кто танчит лока и мага? Кават? Не знаю, сейчас Луцин, ты тут? Кто из вас танчит? Лока, мага и преста танчит. Ну давайте, врывайтесь. Первым черем срываем. Милишники, отрывайтесь. Так, точно. Ну, там боже. Разберите. Сукин сын. Совинник нет. Вихрь 10 у босса. Так что медики внимательны. 3, 2. Сейчас вихрь будет. А чё ты 10 сильнее Т4 на сову, да? Кимыч, не слазь. Нет, просто Т4 давно. Ну как, ни ну с чем, пока. Ни с чем оно не стоит. То есть нельзя больше, чем Т10 сова дать Т4, да? Или можно? Можно при хорошем побое. Заебал. Найди чулона, спроси. Чулан мне интересно. Где чулан, кстати? Я себя паровозом чувствую. Сан... Хуй вас. Нормально. Последний раз его вроде в санвеллах видел. Топовый игрок, чулан. Джунуэн, он все знает.
если... Да будь здорова уже. Да извините, я Лена. Я выключу. По-моему. А? Она, по-моему, кашляет, нет? А, показалось. Коронавирус. Распространяю коронавирус, пиздец, ребята, ливайте. Прям подъехал. Чёрный. Блин, как все микрофоны продезинфицировали. Распиртовали. Быстро так убиваете, могу. Нет, судя по ТП, свет от вагон. Давай быстрее, пока стаки не спали. Ну он началось бы, гаюзера. Ты пятый, да? Я вот сегодня, знаете, в Пугарейде что сделала? Я знала, что у ребят, короче, стаки подбежала к боссу, меня чуть не кинули за то, что босс спалил. Каску-то бахнут, ёбаный стыд. Вагонам каска не нужна. Кулака, по нику говорит. Друид. Любого друида найди и бафки хат. Бафали уже друидов. Где ты был? А он слакал на боссе. Под вертушкой. Увидели? Каменная сова. Господи. Вот это был неплохо. Холи паладин. Господи Иисусе. А вроде там бабл был, да. Это пал, да, пал бабл умер. Да, понимаете? Чудеса. Я как надо все прожала. Чудеса науки. А чё там, Геру может дать? Может, там, Геру для слабаков. Нет, если дать, я дам, не проблема. Да давай, давай. Надо, давай. Нет? Давай, давай, всё, давай. Уже давай. Почти убили. Да тут половина. Ну теперь точно весь рейд вагоны. Кашку по себе дай. Кто ты сейчас про вагонов сказал? Не Сибич, нет? Нет. Ну ладно. Хотела подтроллить немножко. Каску-то себе дайте. У меня комплексы. Дайте каску. Это бы бьет, дает мне два окна. Есть. У меня нету каски. Да я ж только что бафнул. Да я клянусь, но нету. Смотри, вообще далеко было. Давай, где ты стоишь? Я тебя найду. Все, есть.
Ну и это. Чего токены не падают? Что за дело? В шатры летим. В портал ставьте маник. Все притонут. Ну какой гримар, дайте. Вот это подъебать. Так в смысле отсюда быстрее лететь? Да нихуя не быстрее. Не пали контору, пусть летят шатрата. Дай сразу. А, резист портанулся. Все, порт не ждите. Резист, пиздюк. Ты чё? Ну а чё они выёбываются? Им быстрее путь, блять, они не хотят. Ну это ГП. Согласен, а, всё, не рассказывай, чем, не рассказывай, не пали контору. В чём быстрее? Портануться в Агримар, с Агримара выжженный, с выжженных в... Да ты красавчик, мы просто остались. Ну если у тебя там домофон, блять, то тебе не быстрее. У меня не домофон, но всё равно, блять. Нахуй надо, блядь, это, три портала. Припали ныть. Все равно помада у меня, мальчики. Ничего. Портуйтесь, блин, в Долоран и все, и летите дальше. Нет домофон, я, блядь, быстро долетаю. Настя, ебани, чихни, зарази их коронавирус. Сейчас там лука присумоните и это и выйдет сразу. Здесь там нет. Балаган или какой-то. Ой, ушел, че он поставил? И пончик сегодня тоже какой-то злой. Вы че сегодня все бомбите-то? Саш, ты че сегодня бомбишь? Да потому что пошло оно все нахуй. Мальчика, ну не было. Все нормально. Пошло бы это на всё. Лока суманули? Чё, у кого-то день не сдался? Ты видел, чё Плешивый это сказал? Следующая неделя вся хуй пойми за счёт кого. Всю неделю следующую все отдыхают. Кроме да. Нормально, чё. Путин сказал, еще оплатит неделю. Да кто? Плешивый? Кто оплачивать-то будет? ИПшники. И ИПшники то же самое оплачивать должны, обязаны. Помрут. Должны, но не обязаны. ИПшники возьмут деньги. Откуда они возьмут деньги? Ну, блядь. Извини меня, твой бизнес надо думать, шарить. Нет, ну если официально, если не по договору, а именно вот официально налоги платят. То они обязаны... Социальным работникам... Да нас нахуй послали, ебать. Мы напрямую работаем. И все. Сумоните там. А, давайте, знаете, как по традиции, там, 5 плюсиков на кубы, плюс 5 кролу на маунтов и Т4. Надеюсь, те, кто плюсует, они не лагают. Кому-то из вас придется босса потащить. Ну, сын, ты тогда на боссе. Так, иду на компресс. Что там, суманете, нет? Палы, разбойники, шаманы нужны кому-нибудь? Брудак ты четвертый. Ну тогда вообще четко будет. Да, паладин нужен. Паладин нужен. Зачем оно тебе нужно? Конечно, нужно второе ты. А мне четвертый. Так у меня 2Т10, да, ты. Вот какой шаман носит 4-5-4? Давайте, давайте, ребят, жмёт время. Так, всех со мной, надеюсь.
украшений какие-то, много нягрити, видите, сейчас подыхают люди. Видите, вот что происходит? Хилов нету. Потому что агрим, да, миллион мобов. Зачем? Как вот это сейчас захиливать? Покидаем тело, забегаем в инс сразу. Да, заебись вы делаете. Покидаем тело, кто упал, сразу забегаем. Продолжаем бить. Да и у войск. Чё сразу, кстати, плешивый, заботится о вас, народе? Ты забыл добавить одну немаловажную деталь, блять. В Европе когда такую хуйню сделали, они освободили от налогов. А здесь хуй. В Европе, блин, другая ситуация. Ну и здесь тоже от налогов частично освободили. Вчера президент сказал, можете до конца года не платить налоги и кредиты. Это где? В какой стране? В России. На Марсе. Да где-то, мне кажется, наебало на лопахе. Там, по-моему, у кого базовый доход сокращается на 30%. Это потом Джейсик или кого-нибудь поставить. Возле звезды будет стоять. Ой, это еще Никит? А? Никит, ну меня. Сейчас я кикну того, кто сюда забегает, блядь, и пулит мобов, блядь. Заходи, давай. Что-то интернет лагнул. Как только про политику начала говорить, интернет это лагнул. Постойте по политике, кто на мобов тыкает, нахуй. Сейчас сразу вылетите, блядь. Сука. А нет, Джуд с кадой только остался. Нет, где Живсик, Живсик? Меня кадой остался. Ты заходишь? А, ты зашла? Я зашла, да, я лечу. В комнату заходите, ставьте шкаф в комнате. Баф по рейду обновить. Нет, ну блядь, пока я... Сейчас. Потому что на мне вообще ничего нет. Тык. Спасибо. Я тут обновляю. Дай бабку. Чек на мой, только банзы не давай. Не, не буду. У меня КД не. Ой, бы не дали. Врей. Все, да я там видос смотрел. Да ё, чё, давайте, Маша. Дайте маг баф, дайте кресты. Кто из нас Куда у нас сегодня вечерний РТ, признавайтесь, кто знает. Хэ. Ваш любимый. Ну такой. Что, тебе не нужна печенька на опт-5? Представьте, щит выпадет. Да, щит. Это уже не выпал 84-й с робота.
А значит, его надо будет брать за ГП. Ну такое. Не, я сумасшедшая. Так, а кто босса танчит? Я провтыкал. Люцин. Я сумасшедшая на щиты, я его хоть за двойную ГП. Я, кстати, не понял, соляру вроде бы не убивали, а шмот с нее есть, да? В магазе добавили. Ну, что-то странно. Там платформа нормальная? Хвост немного, но не... На себя подтяни. И влево чуть-чуть. Еще. Нас вроде больше паладина, а почему-то Тиаур включен. Третья моя. Ну, 400. Ты не забывай, что некоторые стоят на тубах. До вас не достает. Блин, давно так уже. Сейчас и как. 10 секунд. Сейчас подхиля, можно. Будет откидывание. Готовьтесь к бою. Конченый босс. Бывает и хуже. Например, Ларгер, да? Да. Ты кажется, Лар по сравнению. Блять, как по товарам круто стало танчить, вообще офигеть. Просто, просто. Не, а не просто. Просто бы так не сдох. Да, пизда. Так они тут знают, но все. Так, ладно, всем спасибо, всем. Спасибо. Спасибо большое, ребята, было интересно. Кому шмот не надо, спасибо, зреет. Кому надо, сейчас звездочки обмен дадите, там, через ролик. Сначала сумка. Вот, пусть Настя вон за меня, если что, ролл кидает. Вот это вот. Надо кому-то. Я потом заберу. Ты уже вчера кинул ролл, спасибо. Так, теперь голова. Это рулетка была сейчас охуенная. Че, три брюлика? Щит. Топовый щит, роль. Да, мне надо. Мне сегодня с рулетки 6 или 7 пустоты выпало.
почему-то на пристав все время падают сундуки. Уже третий сундук. Голова надо круто. Мне на ханта сундук выпал первый. И два еще выпадало на шамана. Ты не на шамана нужен. Токен. Жрец. Вардует. Так, теперь следующее. Там еще спина была со скоростью какая-то. Со скоростью? Наверное. Так, а вот это наебалово мне не нравится. Мне дали руну Сируса, но активировалась она как руна Лили. Одну штучку удалось. Это кидалово называется. Конкретно тебе повезло. Делай скрины срочно, пока в чате отображается. На форум. Может, у тебя уже капы силков? Кстати. Это сразу скрины. Сразу кидал его, понимаешь? А, что-то с шмота, который падал, надо там вам? Там сапоги Повольно. Танковские, слышишь? Сапоги танковские. ИК. ИК. Ага. Я уже дал ранее. Если никому не нужно, я... Я сейчас портанусь дал ранее. Там плащик. Я только на него претендую. Какой плащик? Со скоростью. На кого? На Холи Пала. По РБК пойдет кто? Скорость меткости — это боешка. А, это бое. Я понял. Котика пароль. Сейчас. Охуенная рулетка, 1.5к чести. Мне еще арену накидал. Так, кожа вроде вот эта. А где кожа? Дай там все, что есть. Так, остальное... На котиков ничего больше, по-моему, не падало, да? Да, кожи нету больше. Так, Бэбьёда, что тебе надо тут? Тапки на Хулипала есть, латы. А какие? Латы? 45-е все. Не, латы или кольчуга? Латы. Критхаст. Надо, да? Так, кольчуга. Критхаст, ну это с ловкостью. Наручи на танка еще надо тебе, это, Полина? Да, да. Не, у меня... Оставь, подожди. Я посмотрю. Тогда еще вот так. Еще. Да, я бы паролила. Еще вот эти на. Еще с МП5 на. Мне с МП5 не надо, спасибо. Мне нужен танковский шмот. Я тебе сейчас дам. Так, а что еще есть? Голова, разбойник, нет, все, больше ничего нет. Латы, короче, есть. На РП тоже херня, да? Все, забирай. Ну все, сейчас я протянусь до варанта.